Все люди с этим именем не очень склонны к практичности, духовная сторона для них важнее материальной. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Из таких людей, которые несут это имя, получаются стойкие революционеры. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения. В обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.